принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Исторические события, которые совершаются в наши дни, еще больше сплотят все наше общество, всю нашу страну. Сегодня каждый народ нашей многонациональной Родины чувствует свою ответственность за судьбу нашего общего дома. Ведь у наших народов общая судьба, и именно это делает Россию великой многонациональной страной. Вновь на сцене Виталий Цирингармаев. Он исполнит популярную в наши дни песню Ярослава Дронова «Встанем». Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. За нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем. С нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Наша вечная память между нами. Встанем! Герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем! И бьется огни. Потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем! Герои России останутся в наших сердцах до конца.
скажи мне, американец, в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наш вечер подошел к концу. Желаем всем народам силы духа, единства наций, свободы, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо, что вы сегодня были с нами. До новых встреч в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.